Большой поклон боярину Василию Степанычу, поклон тебе, боярин. Великий государь меня холопа призвал с докладом к дочери твоей, а нашей государыне совет. Отцом сознался, и государем чужеземный лекарь берется излечить ее недуг. Боже ли хотел, я говорю, что мне указано, ступай же доложи. Она больна и плачет, и горюет, и это лишь, что Павелу Крюловный не успел выболеть, а то не знаю, за то, что в нас еще смирюсь на борьбу, я молок от себе отсечь горбу. Thank you.
Thank you.